сюрприз, когда вы видите какие-нибудь вещи, которые не ждали. Тогда начинается сюрприз. Но и здесь сюрприз, и что? Когда вы видите небесную красоту. Кришна, он хулиган. Он украет с любой девушки сердце. Красавчик-то. То Кришна нетур. У него нет сердца, потому что он всех перестает. Я тебя тоже люблю. Красавица, ай, с тобой буду гулять. Давайте вместе пойдем. Он всех перестает так. То Кришна нетур. Читачора сахи. Украет сердце всех. Послушайте. Читачора сахи. Нитабару ки бхита банавате. Каждый день строит большие-большие дворцы от песока. Песок. Понимаете? Это каждый для вас я буду готовить большой дворец из песка. Который максимум день не держит. То каждый. Бару ки бхита банавате. Для вас я звезды принес. Чатторатахе набакитарья. Чаттачандрака фанда лагават. И обнимает каждый день луну. Чандрака фанда лагават. Фукат вену ме пран саки. Даже мертвый бамбук с дырками тафле. Да? На бамбук дырки, да? Даже мертвый бамбуковый, он дует воздух, и она начинает петь. Даже у него такое волшебство есть, и что даже мертвый бамбук начинает петь. Вену ме фуката бана саки, ор джамуна тата раз рачавата, и пригласит всех девушек к себе на берег Ямуна танцевать. Но чатурай сабе саб бхури паре. Все его красота, все его хулиганство и все, он все потеряет. Когда проходит красавица Радха и небесный красота, он просто обалдеет. И все, забывает, кто он за этого красоты. Сюрприз! Каждый день Радха как-то новый какой-то образ. Вот сюрприз. Кришна нетур читачора сахи, нитабару кипита панаватахе, чатторатахе набакитарья, чаттачандра ме панда лагаватахе, пхуката вену ме прана сахи, Ямуна тата рас рачаватахе, чатурай сабе саб бхури паре, Радха ко нич ричаватахе, Радха ко нич ричаватахе, Радха ко нич ричаватахе, тата. Кришна нитур читачор сахи, нитабару кипита банаватахе, чатторатахе набакитарья, чаттачандра ме панда лагаватахе, пхуката вену ме прана сахи, Ямуна тата рас рачаватахе, чатурай сабе саб бхури паре, Радха ко нич ричаватахе, Радха ко нич ричаватахе, Радха ко нич ричаватахе, тата.